Всем снова здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня следующая обувь у нас на обзоре. Будет называться Nike LD Victory. Стоят они 6000. Кроссовки спортивного стиля. По составу. Здесь получается верх 85% полиэстер, текстиль. И такая вот моделька. Выполнена она из полиэстера, то есть полиэстеровые вставочки здесь стоят такие. Верх тоже полиэстер. Подметка средней высоты у них используется. Такой вот протектор. Модель рассчитана на осень весну, опять же. Задник. Задник мягкий. Небольшая поддержка боков здесь, такая вот резиновые вставочки выполнена. Вот. Вот так вот она выглядит. Сейчас померим, посмотрим, как будут смотреться на ноге. Новая модель тоже вот буквально вчера приехала к нам. Опять же, ребят, модель со средней колодкой, у кого широкая нога, будет проблематично. Момент обязательно учтите. А так довольно-таки легкие, удобные, комфортные, футуристично выглядят. Какой-то молодежный вариант. Модель еще раз называется Nike LD Victory. Ценник 6000 рублей. Поэтому всем, кому понравилась данная модель, приходим в магазин Спортмастера и покупаем их. Всем всего хорошего, ребят. Увидимся в следующих видео. Всем пока.